Всем привет! Купил в местном магазине вот такой вот говядина тушеная выше сорт ГОСТ. Самое интересное, что эта тушенка у нас сделана почти что 4 года назад, в 2018 году. Я 4 года назад купил 200D, а эту тушенку сделали в марте 2018 года. Баночка вообще как будто бы не бита, не крашена, в майнинге биткоинов не участвовала. Консервы кусковые, стерилизованные, говядина тушеная, высший сорт. Кто у нас их производит? Срок хранения 5 лет. Дальше, а производит у нас их Алтайский край, город Бийск. В первый раз, по сути, вижу этот бренд. Ну, скрываем. Что же это за тушенка такая, которой столько лет, столько моему 200D? Вскрыли. Ну, в первую очередь, крышечка провалилась, и меня здесь встречает жир. Жир. Ну что ж, жир меня встретил. Достаем содержимое. Ну и что я вижу? Так. Честно, экспериментальное все видео снимаем. Мне тушенка что-то напоминает. Напоминает ту самую тушенку. Странную. Но желе по вкусу съедобное. Их. Да, шмат жира. Еще шмат жира. Еще что? Так, смотрим, есть ли тут мясо. Так. Короче, какой-то мясо есть, но мелкие куски, какой-то недофарш. Кусок жилы. Короче, странная тушенка. Больше похожая на недофарш с элементами мяса. Хотя вот само мясо. Мясо, которому 4 года. Больше у меня странности задает вопрос. Дорогая тушенка, а где же ты лежала? Ну, конечно, да, мясо есть куски. Вот кусок мяса. Ну, какой же он на вкус? Ну, сухое. Ну, как сказать, тушенка как тушенка. Но у меня только один вопрос. Где же эта тушенка? Вот где она? Лежала столько времени. Потому что дата ее производства. И баночка как будто бы вот новая. Либо что-то тут не так, либо чего-то я опять не понимаю. Ну а вам спасибо за внимание. Вот такая вот тушенка. Ну да, мясо есть.